ввода собеседового расследования за материалами криминального провожения. Ранее судим? Да. Общий срок отсидки? Почти 32-33, по-моему. Находится мобильный терминал. Наушники. Сейчас подивимся, мабуть, может тут ще зберігається, дивіться, кабелі, зарядні кабелі USB. Пристрій. Флешка. Ось, ось, копичок. Руки за спину. Связывался с людьми, чтобы решить вопрос с человеком, с которым мы работаем. Платили за это? 75 тысяч гривен. Упал!